Друзья, я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. И у нас новое видео. Лесное. Гоночный сезон окончен. Для кого-то хорошо, для кого-то нет. Для нас нет. А вот чемпионы стоят там топ-1 в кавказском рейтинге. Снова вы видите знакомые машины, да, то есть это Turbo Niva Vitalika, Котлета из КБР, Резван и там еще УАЗики. Горячие ключевские. В общем, сегодня покатушка лесная, и у нас в гостях гости из Кабардино-Балкарии. И сегодня мы их везем на очень сложный маршрут. У нас уже с утра проблемы технические, там что-то починили, что-то недочинили, что-то сейчас еще будем чинить. Но, по крайней мере, мы заезжаем, хотим провести парней. Они приезжали в тот раз, когда вы видели, да, видео, когда синий УАЗ с Turbo Нивой катались. Им тогда маршрут не очень понравился, но мы их особо в самую чухлому там и не засаживали. А сегодня хотим провести по очень такому интересному, сложному грязевому маршруту с перевалом и так далее. Скорее всего, весь не пройдем, кое-что объедем, но тем не менее будет интересно. Все, травимся, заезжаем в лес, оставайтесь с нами. С вас, конечно, лайкосик, подписочка, рекомендация друзьям. Это чтоб нам было приятно. Ну, а я поехал, как и все. Легко. Да. Хоть Валеру снять нормально, а то он вечно пролетает мимо. Начнется, подождите. Четко. Уже не проезжает и вперед никак. Игорь, давай тянем. Ну, по 5 сантиметров. Давай, пусть он пробует. Хорош! Там ступенька, ты не выйдешь. Пусть он пробует, сейчас интересно. Ну так, давайте по-честному. У Виталика первая лебедка. Именно достаем назад, чтобы не пробил свою колею, и сейчас будет пробовать Валера и остальные. Так, Виталик, не зачет. Никак не может найти баланс именно сцепления, то есть большие обороты, тяга, в общем, не может найти баланс сцепления. Так, Валера. Ах, хитрец. А взял в разрез.
а в разрез взял. Еще один турбо УАЗ привезли парни из КБР. Первый раз вижу эту машину. Вот, тут уже по-другому настроена машина. Раскрутил. Вот у Валеры чем отличается машина, то что она снизов сразу крутит снизов, а вот это долго колеса вращал. И у Виталика также. Так, Виталя на турбо-ниве пробует еще раз, уже по пробитому. Нет. 35-е колеса и 38-е. Вот и разница. Так, едет Резван, 2 УЗ, V8. И сегодня он тоже на триподорах, не стал ставить трактора, они просто не нужны в нашем регионе, поэтому он сделал на надежность и на обороты двигателя. Сейчас Виталик уберет свою машину и посмотрим, как едет бортовые войны. ЦСТ не едут вообще. Я считаю, можно заканчивать видео. Это самый идеальный звук был. Все. Резина говно просто вообще. Мощь. А вот триподоры нет. Короче, ЦСТ вообще в этой грязи не рулят. Надо что-то направленное, как Сильвера или Суперстоуны. Тут Саша МККшка сидел, пацаны вот так объезжали, я просто места не узнал, тут вода стояла. Так посмотри, сколько мы еще выехали. Да, нормально проехали, кстати. Ну, потому что первые были. Санечек, вот тут у тебя, блин, этот, лебедка горела, вот туда я тебя лебедил. Ха! Ничего себе, нормально мы с тобой, Толян, проехали. Ну, как проехали? Ну, заехали хорошо. Заехали хорошо, ну да, не... Сегодня хоть достаточно. Опять он меж колею берет. Как он это делает? То же самое говорят. Зачем тебе просвет, если ты пролетаешь все? Ну больше никто тут не проедет. Да, да, да. Он то на двух колесах едет. Ха-ха-ха.
Короче, вот это, ребят, посередине это пень. Это пенек. Вот здесь прям, вот этот бугор, это пенек. Все, вот четко как сидел Саша тогда. Ни туда, ни сюда. Все, четко на вот этом, там пенек или бревно, вот корень, все здесь. Да, вот, вот здесь вот. Видите, колесо перелезает, как ступенька. Оп, а, ну вот оно, бревно. Но мостом чертит. У больших колес хороший накат на препятствия, поэтому, ну и клиренс опять же у Ризвана намного больше. Есть у нас еще вот такой горячий ключевской УАЗ. Олег, белки, военные мосты, 409 мотор, атмосфера. Такой хороший, достойный лесной аппарат. Ну как вот? Нет, просто на порог сразу сел и все. Нет, он висит просто на бревне. Я тебе говорю, мы тут лежали на боку. Ну, видишь. Ну, видишь, я говорю, лес меняется. Он проедет. Наверное, да, я не знаю, я на него смотрел. Брат, ты очень по бездорожью соскучился, да? Да, зачем так оставались? Ах, шалеть. Но в лесу сделать уши, это прям сильно. Ах. Ризван, кого вы привезли? Это интересно, да? Это... Да! Четко, быстро, полторы минуты. Лера. Даже я так не весел. Слушай. Да. Молодцы, кавказцы, пацаны, мощь, сила. Страха нет вообще. Страха нет, это вообще красавцы. Ну, я бы чуть-чуть бы сбавил. Да. Немножко надо сбавить. Бутылочки, вот то, что там, воду, не воду надо собрать. Так, ну, последствия немножко имеются. Лобовое вдавило тентом. И дверь помял. В целом. Все нормально. Вот едет самый спокойный человек, который
У нас в крае еще ни разу не разматывал лебедку. Герой сегодняшнего дня. Да, давай, пройдешь, и он поедет. Да, ребят, ну о чем? Да, там до яблока 15 сантиметров было. У меня для Резвана сегодня есть одна лужа. Ладно, в колею давай. Вот так, тихо, тихо. Так вот. Все, теперь газу. Почему это со мной происходит? Все для вас, ребят, все для вас. Мощные пацаны, поехали. По три человека в УАЗике. Поверни сюда. Давай, 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 братан, давай, давай. Все, поехали, отходи, отходи. Потихоньку, давай. Пошел, пошел. Туда, туда, туда. Давай, 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 потихоньку. Давай, давай, потихоньку. Все четко. Все четко. Давай, давай, давай. Как цепляет белки. Внедорожные маршруты Краснодарского края отличаются своим разнообразием, поверхностью. Я дойду. Рельефом, перевалами, грунтами.
Как же хорошо у нас в лесу в ноябре. Плюс 24, солнышко. Отличная компания безумных людей. Да, и впервые я штурманом у Халка, у Толика. Мыло дорогу, от слова совсем. Здесь кто-то пропилил. Пропилил объездку, по ней поедем. На трех колесах. Палочку надо убрать. Нургали приветствует зрителей канала СКРД своей желтой люстрой. Красавчики, парни. Турбо УАЗ после переворота. Тормозимся. Что случилось? На УАЗике ролик пошел. Сейчас замена, 10 минут. Добро. Вот на том подъеме, Костя, вот сейчас делал, он сказал, я там и порвал. Я понял. Ну да, он видишь, на... Он скользко был, я первый зашел, на втором, получается, жопу покрыло и все. И вот отсюда мы пошли. Слышишь, что такое? У него кардан оторвался. У него кардан. Кардан оторвался. Вот не любят дома чиниться вообще. Чинятся в лесу. Вот здесь сал на задние колеса. И вся нагрузка на крестовину. И сразу порвал. Вот так вот, все четенько. На малых оборотах, на первой повышенной. Все едет. Лесной УАЗ. С люком, лухари. Нас догнал Титан. У него были проблемы с радиатором, поменяли радиатор на новый, тот протекал, и все, он нас догнал, едем дальше с ним. И заключительный автомобиль. Резван. Сегодня едет по лайту, но у нас есть для него сюрприз. Давай.
Нургали объезжает. Показать УАЗикам дорогу. Да, объездка круче. Слишком лево не бери, Сейчас ты его угонишь. Да вот так надо проезжать. Нет, не так. Все равно неправильно. Надо легенько. Да. Легонько. Право! Да что ж такое-то? Валер, отойди, чтоб он ходом пошел. Во, он правильно едет. Отлично. Отлично. УАЗ сила! Наконец-то! Да их-то... Вот сюда можно. Нургали. Честно, я думал уже, что он проедет. Да. Почти 5 литров. Я уж думал, проедет. Порвали передний редуктор и грип сегодня. Не снимал это, потому что они дорогу перепутали. Ой, хрустит. Пускай. Он все равно пролетит это все. Валер!
еще будет, давай лебедиться. Нет, давай у него назад, а он сам заедет. Он не пойдет, он в одно и то же место. Сейчас в эту колею поедет Валера. Очень хорошо, что дождь прошел. Вот то, что надо. Да, 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 затроило. Но проскочил. Хода. Ты же знаешь, если принципиально взяться, можно и под воду утопить. А что ты за трейл, Виталика пытается учить такой же технике вождения нахрапом с прыжками и так далее. Ну, посмотрим. Прыгает машина тоже, кстати, очень неплохо. Световой день заканчивается. Это очень плохо. Камешек там подразмыли. Не, ну тут все проедут. Подтраивает, да, подтраивает. Нету полной мощности. Походу бензин отливает. Слишком мало его стало, надо заливать. Но там, где сидит Валера, еще метр, и кто-то сидел больше, походу шишига. Поэтому, ну, это, мне кажется, непроезжаемое препятствие абсолютно. Даже на полной мощности он бы долетел, вот еще метр и все. Вот. Тут Резван сюда попытался заехать. Объехать всех. Не сильно это получилось. Вперед! Он пойдет! Вперед, крути!
Он боится, что перевернется, понял? Давай, давай, вперед, вперед! Давай, давай! Вперед, вперед, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Вперед, вперед, вперед! Ровно, ровно! Руль! Руль ровно! Иштек на сзади, спереди, пневмы. Вообще сам не едет. Когда там Opel уже выскочит? Ну, я думаю, 2-3 недели и поедем. Наконец-то сезон лесов начался, да? И как мы видим... Я бы с кайфом уже бы в эти выходные ездил бы на нем, но не судьба. Ну, ничего страшного. Зато... Все время какие-то моменты получаются. Ну, как мы видим, маршруты в этом году будут интересные, мне кажется. Я одно могу сказать, что сейчас моей машиной занимается человек очень медленно, но зато он делает довольно-таки качественно. До этого я ездил, мне мосты делали, и они постоянно ломались. А сейчас мне машину он перебрал, и я поставил ее со сцеплением. Сказал, чтобы он мосты проверил, попросил. Он проверил мосты, а мосты в идеале, все четко. Даже воды не было в редукторах. С кайфом, очень ждем выезда. Ничего себе! Доехали мы до этого места. Там очень жестко. Ну тогда, стой, рез. Тогда лебедку сразу достаньте, потому что там ее потом не достанут. Ему вообще вправо бы сейчас. Руль ровно, руль ровно. А он ничего, Валер, он вообще не рулит. Руль,
Ситуацию. У Резвана от рамы оторвало домик крепления рулевой тяги, и у него рулевое не слушается абсолютно. То есть он мог бы сейчас объехать по объездной, но получается, что ему приходится ехать прямо, а прямо только супер злая яма, где раньше рубился, проезжал Валера. Мотай лебедку! Ошалеть! Стой! Стой! Не мотай! Рун вытащит, кевлар нет. Включи елку! Газ в пол! Пол! Оп! Стой! Лебедка, стой! Какой хороший трос! Да. Мы ставим 16 трос вообще. Просто в грязи. Стой. Разматывайте дальше. Жесть. А дальше будет еще. Тут сейчас еще будут помогать. Объясни ситуацию. Резван едет только по прямой, рулевой не работает. Засунули в самую его жесткую яму. Хотели просто засунуть, а засунули, получается, вынужденно. Нальби ему помогает, тоже раскорячился. У Толика проблема с выжимным, то есть у нас только одна передача. В общем, нам просто сейчас отсюда стартовать, ехать. Сейчас Резвана отсюда достанем. Да, еще идет неплохо, кстати. Трос очень хрупкий, рвется. Очень жестко. Друзья, ну в общем, мы самое основное сложное проехали. У нас еще, конечно, впереди очень много препятствий. Там и перевал в Уланский, и потом еще много всего будет. Но я на этом предлагаю завершать видео, потому что ночью снимать смысла нету. Помощь моя нужна как штурмана, тоже помогать таскать и так далее. В общем,
Поломок много. Машины не выдерживают. Трассы рвутся и так далее. В общем, спасибо, что смотрели это видео. Оно было мощное, препятствий было много. Валера, как всегда, удивил. У Валеры тоже проблемы. Там машина начала троить, не раздувается. В общем, будем потихоньку доезжать. Мы обязательно выедем. Может быть, завтра утром, может быть, ночью. Не знаю. По-любому как-нибудь доедем. Может быть, даже придется кого-то оставить. Но я не хочу этого. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии, рекомендации друзьям. Скоро обязательно будет новое видео из какой-нибудь покатушки. Может быть, даже что-то около стока, потому что у нас появилось очень много друзей на околостоковых машинах. Поедем какой-нибудь такой лайтовый, прикольный маршрутик и покажем, как едут машины на АТ-резине. Все, всем удачи, огромного здоровья и пока.